Всем привет! Всем привет! Мы уже проснулись, уже опять ездили искать билеты в аквапарк, нам как-то не везет, мы опять подъехали, и опять этого человека не было на месте. Мы подумали, что сейчас, чуть позже, мы еще раз ездим, если его не будет, то мы уже не будем брать билеты. Сейчас у нас придут стричь Бадика. Мы сегодня с Батькой вышли днем к бассейну и встретили наших подписчиков, которые, оказывается, живут с нами в одном кондоминиуме. Причем не нас звали, а звали Бадика. Да, так что Бадик, Бадик. Мы такие сначала не поняли, вроде не знакомились, откуда знают. Вы видите лицо какое бледное? Я думаю, это и так видно. Я, короче, купила, я тут использую маски разные, я ищу для себя какие-нибудь маски, уже об этом рассказывала. И купила BBCC крем, думаю, ну... BBC крем. В общем, думала то, что, ну... Animal Planet. Есть, конечно же, тональные крема, но думаю, наверное, это увлажняющий какой-то крем, солнцезащитный, попробую. Нанесла, а я вся бледная, просто бледная. Жесть. Да. Макс говорит, ты чё такая бледная? Я думал, что-то случилось, она прям ходит такая бледная. А я просто попробовала масочку. Недосып 10-часовой, да? Сейчас вот ждем уже, когда к нам придут подстригать Бадюську, потому что он сильно зарос. Мы хотим прям все убрать. В общем, все, Бадика мы подстригли. А это было очень быстро и очень качественно. Мне прям очень все понравилось сейчас. Покажем вам, какой он теперь у нас стал, не волосатый. Теперь я объясню, почему же все-таки мы не ходим в тайские грумерские. Друзья, не могу я судить, потому что я не водила, но как мне... Чего я солнце? Мы не водили в тайские грумерские, но насколько мы читали, какие там бывают ужасы, что режут собак, ну, в том плане, что их могут покалечить, и туда может попасть какая-нибудь гадость. Я больше доверяю нашим грумерам, пришли к нам, быстренько все сделали, мы очень довольны, и цена, в принципе, мы отдали за стрижку полностью этого корпуса 600 бат, так что мы сейчас все-таки поедем, купим эти билеты, уже надо. Постараемся. Микрофон не взяла, поэтому не ругайтесь за качество звука. Короче, пойду с батькой веду, пройдусь. Нет, Дюся, нам сюда. Пойду с ним пройдусь, он такой счастливый, он так хотел гулять прям. Такой, смотрите, какой он, ну, такой сладенький. Пойдем в лифт. Пошли в лифт. Вот она, моя радость. Все, стоим. Сейчас пойдем его отснимем, какой он красивый. Вы, наверное, уже видели эту вставочку, а я сейчас только ее буду делать. Ручки возьмем. Вот так мы ходим. Вот так мы ходим погулять. Он так вкусно пахнет. У нас есть, мы для него брали специальный парфюм для собак. Мы редко используем. В общем, он мне очень нравится. Ему сейчас, наверное, так легко и не жарко, и он кайфует. Представляете, вон там вдалеке сейчас упала от ветра пальма. Так, мы, наверное, с Бадюськой сейчас обойдем. Я хочу его на новую лужайку вывести. Смотрите, Дюська на ручках у нас послушный мальчик. Включили камеру. Так мы рассказали так... все. Мы рассказали все планы. Мы купили билеты в аквапарк. В общем, поехали в место, которое уже проверено. Мы ездили с Максимом мамой в Discovery Tour. Вот здесь будет аннотация. Знаете, самое смешное, что мы сейчас это говорим, мы это говорили 10 минут. И просто сейчас мы повторяемся. Ну, минут 10 это было, уже вот мы минуту разговаривали. Мы приехали туда. В общем, билет в аквапарк стоит 1250 бат с трансфером на человека. И вот такую книжечку нам дали. В общем, сколько человек, наш номер телефона, откуда нас забрать, название парка, дата и сколько мы заплатили. Так как мы взяли на троих, у нас будет в общей сложности 5 человек
6 человек, но может быть больше, мы еще точно до конца не знаем. В общем, мы покажем эту бумажечку, и нас посадят в автобус и скажут: погнали, можете в любой компании купить эти билеты. Мы завтра с Максимом идем на фестиваль морепродуктов. Давай я скажу, как давай, тебе. Давай. Мы завтра идем на фестиваль морепродуктов. Да, будем брать там креветки, будем брать там краба, креветки, богомолов, да, зеленых. Нет, вы нам посоветовали попробовать, мы постараемся их найти. Что ты еще хочешь сказать? Что ты бегаешь из-за тебя, мы постоянно не можем доехать до рынка, где креветки по 200 бат. Нет. Возле Атлантиса, потому что ты вечно бегущий человек, да. Ходишь в спортзал. Кристинка говорила до этого, мы еще не, ну, мы думали, что мы снимаем. Как можно было не заметить красную лампочку? Что она не бегает? Вот. И что тут по нулям все стоит? Кристинка говорит то, что она 7 часов назад только встала, не высыпается, сейчас опять спать хочет, вот. И... А, из-за погоды. Из-за погоды, да, здесь погода. Ну и не только встала, 7 часов назад встала. Снег, дождь, слякоть, пальмы. А Макс мне недавно рассказывал, что у него друг, короче, прилетел из Таиланда, когда мы еще не были в Таиланде. А, да, и да, он да. рассказывал ему, что в Таиланде летом идет снег. Да, он говорит то, что у них зима это как у нас лето, а летом у них как у нас зима, и у них идет снег. Макс идет, где снег? Хочу без микрофона позаписывать. Нас надеемся, качество будет хорошее. Да ладно. Так, все, нет, я перезаписывать не буду, он закрыл микрофон. Вот. Почему ты такая грустная? А, еще, да. Блин, это то есть сейчас очень сложно построить конструктивный текст. Мы не грустные, мы хотим спать. Вот. А ну, почему здесь там... погода такая. А почему ты тогда была грустная? Потому что я хотела спать. Да, вот, я рассказывала, что здесь такой сабай-сабай. Здесь все, в общем, настолько расслабляешься, что ты... Мне жарко. Пипец. Что ты начинаешь лениться... Мне хочется спать, и погода, короче, благоволит о том, чтобы спать. Это неправильно. Благословляет. Располагает. Располагает. И, короче, нам сейчас бы по-хорошему еще съездить и купить накидочки. Завтра мы поедем покупать крабов, креветок. Ну мы тоже сказали. Логопедов. Логолобстеров. Такое слово я тоже вечно забываю. Зеленый такой есть еще. Давай вспоминай. Благословляю. Самка еще ест самца после спаривания. Что это? Как он называется? Ну такой зеленый с крылышками. Я знаю, что когда в комментарии писали, нам там все О. Все О. Да. Богомол. Кстати, да. Вынесение приговора. До окончания конкурса осталось всего 3 дня. Не забывайте поучаствовать, там вот будет видео. И, в общем, 1 числа мы выставим уже результаты розыгрыша. И не забывайте, что тот, кто выиграет, должен будет выйти с нами на связь. Мы напишем почту, и вам достанется коробка тайских сладостей. Причем, скорее всего, это будут не те сладости, на которых мы делали обзоры, а будут намного круче сладости, потому что мы вчера, когда ходили по Бикси, мы нашли как раз-таки обалденные сладости, которых нет в России. Вот, вообще, поэтому коробка обещает быть очень вкусной. Да. И по возможности большой. Мы будем снимать целый влог на эту тему, как мы пойдем отправлять, потому что мы никогда не отправляли по почте посылки. Нам самим интересно, как же это вообще осуществить. И покажем именно на почте, что там будет, как там будет. Мы пошли монтировать ролик. 15 секунд. Я же говорю, 10 минут записывали. Да потому что ты ржешь. Мы пошли монтировать ролик. Мартиризовать его. Но мы надеемся, что наше видео вам нравится, потому что вы остаетесь с нами, ставите лайки, комментируете, побольше комментируйте, нам будет очень приятно. В общем, да. Я не знаю, куда деть руки, поэтому мне надо пора уже монтировать, у меня руки уже пошли в ход, поэтому всем до новых встреч и пока. Времени. Скажи пока. Пока. Всем пока.